Жители Шанхая протестуют против планов китайского правительства построить рядом с густонаселенным кварталом аккумуляторный завод. Около 1000 человек собрались у здания районной администрации. Они считают, что завод станет источником сильного загрязнения воздуха и почвы. Отходы таких предприятий содержат много свинца, вредного для здоровья и окружающей среды. Люди требуют от властей большей прозрачности. Я надеюсь, что власти будут информировать нас о своих планах. Мы хотим знать, что происходит. Если люди беспокоятся, власти должны ставить их в известность о своих решениях. Даже если нет никаких нарушений, людям нужно об этом сказать, и они поймут, что к чему. Но правительство молчит, вот люди и думают, что тут что-то нечисто. Никто из чиновников к протестующим не вышел. Власти предпочли общаться с народом с помощью полиции. Но полицейские разгонять демонстрантов не стали. Они также обеспокоены планами по строительству завода.